В отличие от сожженных солнцем и нагрузками велосипедистов, участники проходившего на Кипре мероприятия CrossFit являют собой другой образец красоты. Набирающая популярность новая дисциплина сочетает, казалось бы, несочетаемые понятия фитнес и бодибилдинг. В тонкостях разбирался Михаил Каменев. Лимассол с недавнего времени стал чуть ли не центром отечественного кроссфита. Отличная погода, которая здесь царит почти весь календарный год, способствует развитию этого направления спорта. И в честь открытия новой базы под жарким палящим кипрским солнцем состоялось уникальное в своем роде событие – игра Афродиты. Впрочем, обо всем по порядку. Так что же это такое – кроссфит? Кроссфит – это система общей физической подготовки, на основе которой, с одной стороны, функционирует отдельный вид фитнеса, и с другой стороны, кроссфит – это вид соревновательной деятельности, вид спорта в данный момент. Включает в себя разные дисциплины, такие как тяжелую атлетику, легкую атлетику, разные упражнения с отягощениями, циклические виды, такие как плавание, гонки, бег и так далее. И, соответственно, кроссфит заключается в компоновке разных упражнений из этих видов и формировании определенных комплексов. Но так уж получилось, что развитие того или иного направления в спорте невозможно без энтузиастов. Для отечественного кроссфита отцом стал Сергей Еремин, который несет на себе бремя внедрения этого рода физической подготовки в массы. И делает он это уже далеко не первый день. Если говорить об идее, она зародилась 2 года тому назад. Почему кроссфит? Потому что я создал фонд инноваций и модернизации в медицине и спорте, а кроссфит является одним из тех направлений физической подготовки, которые, на мой взгляд, безусловно инновационные и, безусловно, способны модернизировать всю систему физической подготовки вообще. Мы создали здесь базу, свою базу, на которой будем проводить не только тренировки, но и сборы российских кроссфитеров, мастер-классы, семинары, конференции, ориентированные на весь мир. И надеюсь, у нас это получится. По крайней мере, все основания для этого есть. И мы просто чувствуем спрос на работу именно в этом направлении. Лидером и капитаном команды CrossFit Герек Лион является наша прославленная штангистка Оксана Сливенко, трехкратная чемпионка мира и призер Пекинских Олимпийских игр. Кстати говоря, свою карьеру в тяжелой атлетике она пока приостановила, сконцентрировавшись на кроссфите по максимуму. Но переквалификация Оксане дается непросто, пока громких успехов она не добивалась. Впрочем, в России Сливенко все равно лидер безусловный и безоговорочный. На играх Афродита она вновь подтвердила этот статус. Почетное 3-е место среди 16 участниц. Впрочем, все равно хотелось большего. Оно и понятно. Недовольна. Хотелось победить, конечно, потому что было много силовой помощи. С одной стороны, я довольно-таки сильная, считаюсь, потому что тяжелая атлетика занималась на профессиональном уровне. Но, конечно, здесь было много нового, то есть то, чем я не занималась раньше. Ну, первый опыт на таких соревнованиях, поэтому как получилось, так получилось. В принципе, третий результат тоже не было. Победила же здесь Анна Кальдас. Американка продемонстрировала сумасшедшую волю к победе. Получив травму аккурат в середине соревнований, она не сдалась и пришла к успеху. Голливудский сценарий на кипрской земле в действии. Возможно, сломанный палец на ноге таких спортсменов не останавливает и в реальной жизни. У мужчин-соискателей на главные призы было куда больше. Сразу 46 спортсменов, слетевшиеся в Лимассол из разных уголков нашей планеты, боролись за места на пьедестале почета. И здесь успеха от россиянина ждали куда меньше. Но непростой учитель физкультуры из простого подмосковного городка Железнодорожный удивил всех и каждого. А между тем Сергей Колтовской занимается кроссфитом совсем недолго. 2 года занимаюсь кроссфитом, но вот так не всегда получается. Хочу побеждать, стремлюсь к этому. И вот, начиная с сегодняшнего дня, это уже первое международное соревнование, на которых я участвовал. И буду стараться дальше питаться, развиваться в этом направлении. В общем, дебютные игры Афродиты прошли на ура. Но перед этими соревнованиями стоит задача стать традиционным и одним из любимых турниров европейского кроссфита. А в том, что это возможно, теперь никто не сомневается, в том числе и наша съемочная группа. Михаил Каменев, Роман Бедюхин, Лимассол, НТВ+.